Как же сегодня хорошо, да, господи. После дождичка в четверг, можно сказать. Все не так всегда. Просто вчера кошмар, что было, блин, потом был. Шел, нет, когда вернулся домой. Так вот, буквально. Нажимал, нажимал от воды. Всю одежду. Всю одежду от воды пришла. Мокрый, сырой был. С головы до ног весь. Как после войны, блин, такое ощущение. Ну, я, конечно, тоже сказанул. На войне-то не было никогда, но такое ощущение было. Может, я пешком хожу, говорю. На войне еще хуже было, ясно дело. С головы до ног. Весь прозрок, еще и снег дождем был, блин. Еще и снег пошел копьями. Еще и замерз. Я не знаю, как я не простыл. Наверное, не поддерживал тебя в форме, да? Наверное, еще сегодня дождь будет. То явно простыл вчера. Сегодня даже солнышко иногда. Соизволяет нас посещать, выглядывая под облачков. Ну, это, наверное, все, что я хотел сказать. А, нет, какой сегодня число, кстати? С этого всегда надо было начинать. Так, сегодня у нас... Так, это сейчас машины под... Машины, говорю, а автомобилисты подумают, что я перехожу. Сегодня, кстати, у нас какое уже? А какое сегодня число вообще? 24-е, по-моему. Мая 2017 года. Ходили за покупками. Пойдем обедать домой после рабочего дня.